Добро пожаловать на канал Hardasset Info, перед нами находится телефон Infinix Note 12 Pro, и сейчас мы разберемся, как проверить его номер email, либо же серийный номер. Для начала мы переходим в приложение телефон. Здесь нам нужна клавиатура, сразу же на ней и открывается. Может быть такое, что ее не будет, нажмите просто на зеленую кнопку в правом нижнем углу. И здесь мы вводим номер. Звездочка, решетка, 06, решетка. После чего сразу вам на экране появятся два номера email и серийный номер телефона. На этом все. Когда все увидели, что вам необходимо, нажимаем на ОК. Можно уже выйти. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!